Вещей много, народу много. Даже очень-очень. Рубашечки прикольные. Ну, цены сейчас очень высокие. Ну, по сравнению с другими годами. Детские одежды. Обувь. Обувь. А вон она смотрит. Да, она смотрит. Она обувь. По сапожку смотри. Угу. Чего надо? Обувь. Постельное белье, а, нет, не постельное, полотенце. Нижний Новгород. Вот, какие разные булочки, прикольные, особенно вот эти вот, разных цветов. Капюшончиком такие легенькие. Все, у нас только для рук, да? На сцен. Товаров, конечно, очень много. Выходить нам туда, назад. Куда? Сюда назад. Две штуки есть за 5 евро. Цена футбол. 5 евро, это сколько? Почем сейчас? Почем сейчас евро? 100. Надо переводчик сначала, чтобы смотреть, что тут что написано. А то купишь какую-нибудь надпись-то. Сам того не знаю. Да, тут тебе как раз будет. Адидас на Толику. Толика, да мне кажется, даже Толика уже М-ка будет маленькая. Толик-то у нас сейчас нормального телосложения стал. Это, наверное, года 3 бы назад ему бы было бы как раз. Вот это вот нормальная майка, вот это вот. И еще можно какую-нибудь одну взять. Нам надо найти тебе кроссовки на перелет. Кроссовки на перелет нам нужно. Ну, каркаде чай. Даже цветом выглядит здесь. Блин, ну камера. Судя по тому, что я вижу, камера не передает. Мама, дочка, чай. Чай хочешь попробовать? Жесткие. Нам нужно найти на перелет 39-40.
Так а эти куда тебе наперед? Такие смотришь. Какие? Не жесткие. Мягкие? Подошва жесткая. Ортопедическая стелька. Это вы куда снимаете? Ютуб? Да. Я буду звездой? Да. Меня не сними тоже. Да, да не, я ее снимаю. Здесь телефон на меня направлен. Оператор. Почем они стоят-то? Стоит $10, вам 15. А, ну очень выгодно. Очень-очень выгодно. А чья кожа? Барана. Барана? Тут у нас много баранов, тут режь. Тут мужские все, что ли? Да не знаю. Прикольно так-то. Это 36-40, в принципе, там есть? Посмотрим. Это тоже есть. Это юнзин, это модель, это женский, это женский, это тоже женский. А, это свет мужский, это юнисекс, это юнисекс, черный белый юнисекс, это женский. 10 евро, доллар, в принципе, они все это приравнивают. Пожалуйста, детки, заходим. 3 полотенца, 5 евро. Три кошки всякие разные. Я не знаю, как это платье, сарафан или назвать. Вязаные сумочки всякие, такие рюкзачки. Ну, вообще, очень много товаров разных, интересных. $5. Ельмидора Варма. Духи разные. Алло, папа. Не. Польска? Россия. Пусть можно? Не, я уже купил. Она башка. Чего? Давай мы сейчас зайдем. Зачем? Выходим с рынка уже. Ничего не подобрали. Были такие вещи, которые, в принципе, были нормальные, но не сошлись в цене. Прям вот плохо они сейчас торгуются. Очень даже тяжело. А если плохо торгуются, значит, нечего брать. Я, по крайней мере, так думаю. Это очень, нет, прям вот этот в этом году я просто, можно сказать, нахожусь в шоке, в таком культурном шоке от цен и вообще как бы прям, я не знаю, как это выразить, у меня одни эмоции, и я как не могу эту эмоцию прямо вот сейчас передать словами, как это, ну что. На этом наш шопинг подходит к концу. Так сказать, полушопинг. Так как покупок практически вообще нету. Вот. Что? Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.